Более года минуло с утверждения президентской жилищной программы «Свой дом». Карелия представляет собой в смысле жилья для граждан один из неблагополучных регионов России. На сегодня проблема как никогда остра. Насчитывается 290 тысяч домохозяйств, из которых каждая шестая семья состоит на учете в очереди на улучшение жилищных условий и на получение жилья. Поэтому сегодня на заседании правительства вопрос о ходе реализации жилищной программы «Свой дом» в Карелии был основным. Итак, президентская целевая программа, благодаря которой любой нуждающийся в жилье может обратиться за денежным кредитом в государственный бюджет, проходит следующим образом. Во-первых, проведен конкурс на проектирование. В результате комитетом по строительству выбрано 9 лучших проектов индивидуальных жилых домов. Во-вторых, разрабатывается методика получения средств и заключения договора с застройщиком. В-третьих, на 1997 год в федеральном бюджете для Карелии предусмотрено 500 миллионов. Так как эти средства не решают никаких проблем, правительство республики выделило для программы 40 тысяч кубометров леса, за которые выручат еще 2 миллиарда рублей.